Добрый день, уважаемые наши телезрители. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как происходит покраска наших теплиц. Черные трубы, которые чистим, оцинки. Потому что все оцинки. Но у нас огромный плюс. У нас сверху примерно порошковая покраска. Вот видите этот шов? Этот шов. Это черный. Первый сезон он будет ржавый в теплице. Как бы не говорили, что я оцинки. Поэтому мы его красим. Пересмотрим качество покраски. Просто идеальное. Это все готовая продукция. We'll be right back.
Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока и до новых встреч! Чище, иначе не работал.